Вот так вот в дождь выглядят наши мозаики. Вот посмотрите, друзья, какая красота. Я иду вот по этому ковёру. Пам-парам-пам-парам. Парам-пам-пам. Всем привет. Пам-парам-пам-пам. Дожди. Дожди. Друзья мои, ну ничего. Нам не страшен серый волк. Видите, древние люди тут сложили. Я иду себе по барабану. Сейчас еще красивее будет. Опа. А волны стонут и плачут, и бьются о борт корабля. Вот моя любимая надпись. Она уже вам знакома. Видите, как красивенько тут все сделано. Так. Тут вот очень красивый орнамент, все в цветочек. Видите? Похоже на такие маки или гвоздики. Ну, это все стилизация каких-то древних орнаментов, собственно говоря. Видите, какая дорожка, она далекая, вон она куда идет. Она вот туда вон идет, а там в конце интересная такая, как какой-то, как руны, рунический какой-то знак, не знак. Сейчас увидим. Боу, боу, хаверим, боу, листакель. Вот нам сегодня повезло, что идет дождь, потому что в дождик очень хорошо видно это все. Вот смотрите, какое прекрасное сохранившееся орнаментальное изображение. Это, друзья мои, второй-третий век нашей эры. Уже христианский период. Ну, самый ранний. Самый ранний, раннейший. Тут вот еще один есть, я вам покажу. Ну, в общем-то, я вам тогда покажу в другом видео. Вот, смотрите. Привет! Всем привет, друзья! От этого дождя, от этого шторма, вот видите, где я нахожусь? Так вот, пока